Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это GTA 4 Баллада Гейтони. Давненько мы, давно мы с вами в нее не играли. Пришло время вновь сыграть. Вообще, я несколько месяцев не запускал эту игру, даже вообще что-то на GTA 5 перешел. Но GTA 5 мы с вами прошли, поэтому надо продолжить четвертый сезон четвертой части. Потом будет еще пятый. И после того, как я завершу четвертый сезон вот этой вот четвертой части, мы начнем второй сезон GTA San Andreas. А потом пятый сезон GTA 4 и так по очереди, наверное. Конечно же, будем еще GTA Vice City проходить, я ее даже не начинал. И еще GTA 3, у меня всего 5 серий сделано, надо будет тоже, наверное, до конца пройти. GTA 3, она тоже интересная достаточно. Короче, у нас есть три выбора. Это к маме пойти. Опа. Алло. Тони, как дела? Да я договорился о встрече с нашим другом Звездуном. О, ладно, попробуем подмазать его. Да, думаю, мы убедим его, что мы на самом деле хорошие ребята. Встречаемся на вертолетной площадке рядом с Верст-Ривер. Устроим его настоящую экскурсию. Да, буду, обязательно увидимся. Блог. Ладно. Миссия началась, поэтому... Так. Ты чё, охренел, что ли? Блин, у меня здоровья маловато. Надо было поспать, прежде чем начинать игру. Блог. Блог. Денег у меня много, поэтому мне вообще не жалко пропускать поездку на такси. GTA 4 у меня вообще не виснет. Ни на записи, ни на чем. У меня компьютер ее спокойно тянет. Так. Заходи, Лу, не переживай. Я помню, что ты не любишь летать. Я тебе парашют захватил. Окей, ладно. Первый пункт нашего маршрута — обзорный полет над островом счастья. Давай, набери высоту как можно выше. Капец, я несколько месяцев не запускал эту игру. Чё-то она мне поднадоела. Я так долго в нее играл, что она мне надоела. Пришло время. Время отдыха от этой игры прошло достаточно, и стоит уже наконец-то продолжить. Так, следующее кольцо у нас. Вы сами читайте, что написано в субтитрах, что они там говорят, потому что мне нельзя отвлекаться. Давай, поднимайся. Отлично. Покажи нашему дружку достопримечательности, а я перехвачу штурвал. Чего я там не видел? Каждый дюйм этого города описан в моем блоге. Значит, сомневаюсь, что ты видел Liberty City вот под таким углом. Ты чё, офигел, Тони? Помогите! Ой, я, кажется, тебя чуть не уронил. А так тебе сойдет? Бросил бы ты пару килограмм, ты слишком тяжелый. Попался. Отлично. Наконец-то. Это вам кажется, что я... Я что, умер? Умер? О, нет. Да ты не умер. Ты как будто заново родился. Просто чудо, не так ли? Отцепись от меня. Ты хочешь, чтобы тебя отпустили? Конечно. Только ты точно никогда больше не оторвусь от земли. Ты ж какой ты трусишка, конечно. Опа. О, блин. Обосрался, походу.
Это вам кажется, что я поймал его с первой попытки. На самом-то деле я его ловлю, наверное, с шестой попытки. Немного сложновато его поймать. При повторной попытке прохождения. Ну да, я не первый раз же прохожу игру. Так, надо придумать, как выбраться с этого дурацкого острова, блин. Тут лодку где-то надо найти. Луис, вы что там, разобрались после того, как мы расстались? Да, все нормально. Он, конечно, та еще скотина, но в итоге нам удалось найти общий язык. Больше он нас грязью не будет поливать. Хорошо, надо почаще прижучивать таких народных журналистов. Я только за. Короче, надо найти лодку и смыться отсюда. Здесь где-то должна быть лодка. С какой-то стороны. Вот она, лодка. Поплыли. Обратно в город. Тут еще, тут целых 4 выбора у нас. Прикольно, не так ли? Наверное, каждый из них мы сейчас и задействуем. У нас есть мама Луиса, Тони, Юсуф и Морри. Кому бы нам направиться, я даже не знаю. Десси? Десси, как жизнь? Да, босс, слушай, ты не планировал отработать смену в клубе? Тут пригодился волшебный дар Луиса Лопеса. Да, у меня проблем выше крыши. Пока как-нибудь сам, ладно? Так, мы в городе. Надо найти такси и к кому-нибудь поехать. Вот только кому именно, пока я не знаю. Есть море, есть... Наверное, давайте к маме. Подождите! Мне нужно такси. Там с мамой, по-моему, еще одно задание осталось. Дом мамы. Потом кому-нибудь другому. Время вышло. Называется следующее задание. Где субтитры? Мам, это я. О, малыш. Как я рад тебя видеть. Эй, как сам, мужик? Вы всегда заботитесь о сырих. Я хочу сказать, конечно, здорово. Но их стоит вообще в дом пускать, а? Да они мои мальчики, как и ты. Они росли на моих глазах. Да, кстати, у твоих мальчиков, у твоего сына есть кое-какие дела. Погнали, дружочки. Пирожочки. Ладно, погнали. Мисс Лопес, никогда в жизни не видел повара лучше, чем вы. Вот, возьми это. Мне пора. Береги себя. Да это ты береги себя. Наркотики, убить ночные клубы. Ты береги себя, блин. Возьмись за ум, иди учиться, поступи куда-нибудь, еще же не поздно. Все, ты все не так поняла. Теперь все по-другому. Есть хорошие люди, есть и плохие. Но я вижу между ними разницу. Не знаю, что я наговорил дел в своей жизни, но все поменялось в лучшую сторону. Если все изменилось в лучшую сторону, то почему себя так ведешь? Ну, допустим, деньги-то ты берешь, как? Убирайся из моего дома. Я лишилась работы, блин. Ну, тогда позвони кому-нибудь из твоих детей. Мы ждем тебя, блин. А куда мы едем? Отвезешь нас в Бохан к докам? В Бохан? А, это недалеко. Я думал, опять в Хоув-Бич ехать надо. Я что-то запутался в этих районах немного.
Ну ничего. Так. Я не помню, что будет сейчас за задание. Я... Да, ну... А чё такси-то одни, я чё-то не понял. Обалдеть. Супер такси в этом городе. Это глюк в игре или... Да нет, это не глюк. Все в порядке. Обычно другие машины тоже есть. Но что-то слишком уж много таксишек. И полицейских машин тоже много. Так. Ой-ой-ой, не сбить этого чувака, а то на нас полиция нападет. Давайте поднимем бабла немного. Фу, они сгружают товар с катера. Мы переносим его в эти тачки, а нам останется только перевести его назад в Хайтс. Как два пальца об асфальт, не так ли? А, я припоминаю. Я прослежу за этими барыгами, Рике. Возьми Луиса и бери принимать-ка за работу. Я, кажется, припоминаю эту миссию. Там перестрелка сейчас опять будет. У меня оружия много? Ну, оружия предостаточно. В принципе, достану-ка я сразу же пистолет. Похоже, к нам едет фиговая туча наркоты. Надолго ли мы закремим? Иди быстрее. Мне неохота долго ждать тебя. Осмотрись. Убедись, что все как надо. Ой, осторожней. Это и есть корабль, а че он черный такой весь? Не нравится мне что-то все это. Ой-ой-ой. Плохо дело. Другая банда пытается похитить груз. Что же это за банда? Русский, может. На русских похоже. Дмитрий Раскалов очень любит позариться на наркоту и на бабки. Блин, кончилось оружие. Ой, а их что-то многовато мне, не так ли? Надо их оружие надо собирать. Так, надо выходить осторожно. С этой пушкой... Ой, да там еще появились. Взрывайся, машина, блин. Ой, да меня сейчас убьют, наверное. О, пушки, пушки. Они нам нужны. Надо быть осторожными. Опа. Там чья-то башка еще торчит. А, нет, это зеркало. Так, голову не поднимать высоко. Сюда, сюда, в укрытие. Где наша винтовка?
Там осталось их двое, надо их по ногам стрелять. Рука. Наконец-то, засранцы поганые, блин. Здоровья вам мало вообще. Надо было купить броню, прежде чем начинать этот выпуск. А, не в эту машину. Я думал, в эту. Помятую машину. Помятую из-за гранат. Эта машина. А, в нашу машину. Что-то вообще запутался, какая у нас машина. Забыл. А, груз загрузили уже. Получилось. А что затормозил это все? Наверное, может из-за того, что я это не за нами, да? Может из-за того, что я графику на максималке поставил? Я вообще не помню, что у меня когда-нибудь тормозило GTA 4. Сейчас что-то подтормаживает немного. Может, графика была немного слабее, но она у меня не тормозила. Вроде бы. Блин, проклятый дождь. Заносит сильно очень. Жесть. Вот и гараж. Ой-ой-ой. Спасибо за помощь. Да, похоже, в нашей деловой поездке умение стрелять пригодилось куда больше, чем опыт работать с людьми. И правда, нам заплатят. Позванивай, хорошо? Да, не пропадай, конечно. Нужно заехать в пару мест. Во-первых, в оружейный магазин. Да, выходи уже, блин. Я запутался, на какую кнопку надо нажимать. Надо, наверное, в оружейный магазин заехать. Вот сюда. Такси. Быстро, такси. Мне нужно такси. Купить броню обязательно. У меня очень мало здоровья. Hey, buddy. А потом поедем к Тонни. Наверное, к Тонни поедем. Почему бы нет? Опа, кто-то звонит. Алло. Мы встречались с Том Курлуби. Это Рэй Болгарин. А, это вы русский, который спрашивал про кокс. Шлюх и все такое. Я не думал, что это такой чувствительный. Я пробуду здесь некоторое время, нужно поговорить со старыми друзьями. Мне понадобится помощь. Мне сказали, с тобой можно иметь дело. Слушай, у меня реально плотный график. Это шанс, который лучше не упускать. Тем более империя Голубого Тони уже идет ко дну. Не знаю, кто вам такой. Приезжай ко мне, и мы поговорим с тобой. Болгарин. Как я ждал Болгарина. Это тот самый, который... Это тот самый мужик, который... Тот самый русский, из-за которого Ника Белику пришлось в Liberty City смотаться. Ну-ка дай бронежилет сюда. Ладно, давайте поедем к Болгарину. Тогда. Ой-ой-ой-ой-ой, осторожно. Поездка в бездну.
О, мистер Булгарин здесь? Ну и рожа у него. Предложи вдвое больше, 12 миллионов, и тогда посмотрим, продастся она или нет. Продается или нет. Я повешу на стену или эту картину, или твою голову, ты понял меня? Ясно? Давай-ка поразмысли над этим, блин. Можешь навесить у детишек в школе? Пока нет. Пока что я полагаю, что в этом городе все продается и покупается. О, Луис, прошу прощения, получилось не очень красиво. Да не парьтесь, у вас тут очень забавно. Это коллекционные гитары, на них играли рок-звезды. Да, неплохой у вас домик, мистер Булгарин. Да дерьмо этот дом, купил его своей сестре, блин. Ты привез меня в эту долбанную страну и держишь меня в какой-то сраной клетке. Посмотри на телевизор, никто не живет в Дюксе. Еще выкидываешь мои вещи, коридор развешиваешь, тут гитары дурацкие. Да заткнись, козлина, закинься таблеткой, ко мне дружок пришел. Да у тебя ружей нет, и бизнеса у тебя нет. Ты никто в этой стране. А, это моя сестра, никак не освоится тут, как и мы все, блин. Так я могу помочь? Пошел нафиг, Рэй, ты всю жизнь не испоганил. Да, я в курсе. Ситуация сложная. За меня взялось Национальное управление правопорядка. Особенно мной интересуется, когда команда этих ребят... А все почему? Потому что Марк Ишвили не хочет продавать мне команду Rampage. Твоя задача — избавить меня от них. Долбанная команда будет моей. Если мы прикончим пару-тройку продажных хобов, проблема не исчезнет. Предоставь стратегическое планирование мне. Если деньги скажут тебе отрежь ногу, значит так и поступи. Потому что деньги лучше, чем какая-то нога. Кто платит, тот заказывает музыку. Это американский стиль. Понятненько. Спасибо. Ты мне нравишься. Я сделаю тебя богатым. Я сделаю из тебя человека. Может быть, я сделаю из тебя одноногим, но я сделаю тебя очень богатым одноногим. За мной следят леговые за моей машиной. Надо прикончить их без исключения. Ладно, если денежки так говорят... Ты смышленый парень, Луис. Ты по-прежнему мне нравишься. Ты правильно сделал, что приехал. А этот твой гей? Нехороший человек. Вперед, врубай! Поехали на стоянку восточную Мидл Парк. В какую сторону ехать надо? Пойду? Ну ладно. Держи, тут несколько бомб, они нам понадобятся. Ладно, давай сюда. Если в деле НУП, крутой пулемет пригодится. Хорошо, что ты с нами, Луис. Ты, наверное, рад, что выбрался из Тони. Не знаю, к чему вы это клоните. Мы с Тони деловые партнеры, у меня доля в предприятии. Доля, само собой, ты выполняешь его распоряжение, дерьмо убираешь за ним, да? Ты способен на большее, хотя, может быть, тебе не нравится работать на него, на партнера, как ты говоришь. Ой. Ну, так сказать, когда я был не сам по себе, я быстро за решетку сгремел. Оба. Луис, оторвись от копов, нам хвост вообще сейчас не нужен. Блин. Поедем туда. Не помню, где это находится. Я помню это задание, мы ловушку для копов сейчас делать будем. Хорошо, хотят на звезда. От них скрыться будет проще простого. Спускаемся, блин. Только Тони... Может быть, пока. Ты уверен, что добиваешься всего, чего мог бы, да? Своими способностями и силой можно добиться вообще чего угодно. Я бы не добился того, что у меня есть сейчас, если бы видел людей насквозь.
Это все принято, мистер Булгарин, но я вынужден отклонить ваше предложение. У нас с Донни деловые отношения. У него свой причуды, но босс с него что надо. Он знает, что делает. А я тебе не дебил, ты понял меня? Скажите, о чем речь-то? Я говорил, что могу вложить средства, чтобы раскрыть твой потенциал. Какой такой потенциал? Потенциал в бизнесе. Я ищу человека с правильными связями. В Liberty City? У меня есть работодатели, я им доволен, как я уже сказал. Ну, разумеется, но кто он такой? Наркоман, психопат и все такое, да? Ты полезен для него. Ты думаешь, так будет всегда? Ха, зря ты так думаешь. Когда на горизонте появится какой-нибудь мускулистый красавец, он про тебя точно забудет. И ты потеряешь долю в империи Тони Принца. Ладно, сменим тему. Что я здесь делаю вообще? Ты помогаешь мне бизнес наладить. Тут не похоже на легальный бизнес. Liberty City. Ничего не сделать, пока свиньи Эшвили суют нос в мои дела. Ладно, подкупить их нельзя никак. Едь давай, зараза. Им иногда выгоднее владеть свинцом, а не золотом. Езжай, дебил. Это первый урок, который тебе преподают. Дебил, езжай, блин. Алло. Ну что скажешь? Где тебя носит? У меня тут кое-какие личные дела, я к тебе заеду чуть попозже, окей? Значит, тебя... Меня тут на части рвут, давай. Ноги в руки. Даже не знаю, мне идти надо. Хозяин звонил? Да. А он знает, что мы тут делаем? Нет. Интересно, интересно. Да, я в курсе. Блин, подтормаживает немного. Ладно, мы... Сколько ехать-то еще? А, мы все, приехали почти уже. Очень интересное задание. Сюда, в подземку. Нужно спуститься в этот сраный гараж. Припаркуйся вон там, возле колонны. Припарковались уже мы. Спрячь бомбу, мы будем тебя ждать здесь. Промахнулся, не на капот. А, вот теперь на капот. Так, приготовим пушку. Это подойдет. Посмотрим, на что ты способен, дружище. Не волнуйтесь за меня. Не хотелось бы наезжать на Национальное управление правопорядка, но тут другое, конечно, дело. А, вот и они. Вот его машина. Давай. Ложи у него. Взрывай, когда они подойдут поближе. Подходим. Нас подставили. В бой. Ой, Тимур, прости меня. Ой, проклятый дым. Я ничего не вижу. Да, перестрелки в GTA 5 прикольные, конечно. По физике. В плане, что физика там как-то прикольнее выглядит все.
Падай, балбес. Ха-ха-ха, он по-русски сказал. Обожаю, когда говорят по-русски. Эти гады должны подохнуть. Блин, Тимур, ты мешаешь мне. Надо подход. Придется подойти ближе. Ой, да там еще армия подъехала. Спрячемся. Ладно, я спрячусь здесь. Ой, блин. Нуповские машины. Ой-ой-ой-ой-ой. Идем за другую машину. Может гранату запустить? Да, просто. Блин, слишком далеко. Да блин. Не с первого раза, что ли? И думаю, самое... Думаю, самое время запустить ракету. Ой-ой-ой, блин. Бежим скорее отсюда. Сейчас эта машина бомбанет. Черт. О, кошмар какой-то творится. А, все, он сдох. Отлично. Блин, ракеты кончились. Ой, это правительственные спецагенты. Это не наш. Убейте, убиваем его быстро. Он еще жив. F5B, блин. Все, пора отсюда валить. К чертям. Капец, какой жуткий апокалипсис произошел здесь. Столько дыма, столько огня. Так, давайте в тачку в какую-нибудь. Сюда давайте, быстро все. Подождите. Куда вы собрались? Стойте, стойте, стойте. Сюда быстро все. А они сейчас перегородят дорогу, да? Так, вы стреляете, а я поеду вперед. Ой, да они... Ну, у них машины... А, нет. Ошибся. Поехали быстро, быстро, быстро отсюда. Сваливаем отсюда быстрее. Они догоняют. Надо ускориться немного. У них машина медленнее, чем у нас, так что ничего страшного. Все. Наконец-то оторвались. Обдумаем мое предложение. У него ограниченный срок действия. Ладно, ладно, хорошо. Передавай привет старине Тони. Наконец-то. На этом мы закончим эту серию. Довольно интересная серия получилась. Ну что ж, я зато
догадался, почему многие люди не любят четвертую GTA, потому что однообразность миссий, наверное, перестрелки в основном только одни. Это в GTA 5 куча очень интересных ограблений, прикольных и разнообразных миссий. Ну ладно, друзья, на этом все. С вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мои запасные каналы и на группу ВКонтакте. Всем пока.